24 мая в 2 часа 50 минут на проспекте Акушинского города Махачкала произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля BMW не предоставил преимущества в движении транспортному средству ВАЗ-21099 под управлением 20-летнего жителя поселка Ленинкент. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21099 и двое его пассажиров 17 и 18 лет получили телесные повреждения и были доставлены в республиканскую клиническую больницу. Установлено, что автомобилем BMW управлял находящийся вне службы инспектор дорожно-патрульной службы. По результатам освидетельствования установлено состояние алкогольного опьянения. Руководством Министерства внутренних дел по Республике Дагестан проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.